Приветствую всех на моем канале. Сегодня, 29 декабря, после переговоров президентов России и Беларуси, состоится хоккейный матч звезд с участием Путина и Лукашенко. Матч пройдет на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Президент России сыграет под номером 11, а Лукашенко под номером 1. В этом матче примут участие звезды нашего хоккея: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко и другие знаменитые хоккеисты. В мае 2021 года на матче звезд ночной хоккейной лиги Владимир Путин закатил противникам аж 8 шайб. Всего хорошего. До новых встреч!